Здравствуйте, это канал Максимадзе и GTA 4 снова. На кого бы нам сегодня поработать? Предлагаю поработать на ОС газету. Давненько мы на нее не работали. К Патрику мы в следующей серии зайдем, в последней серии второго сезона, потому что там будет жесткое масштабное ограбление банка. Я думаю, что именно этим и стоит завершить второй сезон. Короче, направляемся к ОС-газете. Может быть, потом зайдем к Фрэнсису. Ладно, мне такси бы сейчас пригодилось. Роман, ты сможешь мне вызвать такси? А, кстати, номер Фаустина исчез. Да, он мог бы и давно исчезнуть, в принципе. Роман, это твой брат. Есть возможность писать такси? Жди, я уже высылаю машину. Предлагаю поработать вот в этой куртке Клода. Мне она нравится. Может быть, ностальгия по GTA 3 будет не хоть небольшая. Хотя на самом деле это вряд ли, конечно. Потому что персонаж-то все равно не тот и. Сам ты бесполезный засранец, понял? Говно. Хотел выстрелить в его машину, ну фиг с ним. Киллер. Мне придется убивать кого-то, да? Заходи, Нико. Привет. Так ты, значит, воевал? Ты много знаешь? Да, и ты кое-кого ищешь, так? Мы все кого-то ищем. Но большинство из нас не рвется убивать человека, как это найдет. Большинство убийств совершается законными, знакомыми людьми. Большинство жен убивают собственные мужья. Да, моей жене лучше бы прекратить спать со своим тренером по теннису, а не то. А, шучу. Уверен, что твоей жене нужно спать с кем попал? Ой, я пошутил. Уверен, ей нужно. Смешно, я разведен. Моя жена может спать с кем угодно. Интересно. Да я не разведен, я вообще никогда женат не был. Короче, больше никаких подробностей. Я хочу, чтобы ты кое-кого для меня нашел. Скоро у меня будет фотография. Хотя это не важно. Так зачем использовать меня? Мы всегда используем кого-то вроде тебя. Карен, Мишель, то же самое. Кое-кому есть, что терять. И жить особо незачем. А что мне с этого будет? Две вещи. Во-первых, на тебя не повесят сотню убийств. А во-вторых, возможно, я тебе помогу. А может и нет. А теперь раздобудь доступ к полицейскому компьютеру и жди моего сообщения. Иди. Значит, мне придется полицейскую машину грабить. Опять искать. Вот везде, где полицейские машины, там везде полицейские. Мне приходится все время удирать от них. Скоро вам пришлют фотографию цели. Хорошо, я запомнил. А, я думал, эта машина не едет. Чё там у нас? Это ваша цель, найдите и уничтожьте. Заводись быстрее. Тихо, осторожней.
Воу-воу-воу-воу, аж камера зависла нафиг, блин. Чё зависает вебка-то? Я чё-то не понял. Никогда такого не видел вообще. Офигенный кадр завис. Обосраться просто. У Куплинова, когда он GTA San Andreas стримил, похоже, такой же случай точно произошел с камерой. У него там тоже офигенный кадр завис. Ладно. Окей, хорошо. Адам Димаев. Финансирование терроризма. Что ж, отправляемся. Надо его немедленно уничтожить. Смешной, наверное, момент произошел. Офигенный кадр завис вообще просто. На мост подняться, ну нифига, вы чё, блин. Едем. Ой, только полицейские машины там. Не касаться не стоит. Да е-мое, опять я поехал не туда. Держись. Оу, тихо. О, блин. Сейчас могла бы камера опять зависнуть. Сейчас все обошлось. Куда мы едем-то? Я что-то забыл. Это Хоу Бич? Нет, это не Хоу Бич. Опа, приехали. Я нашел ее оберлогу, там тусуется несколько парней. Он должен быть там. Убери их всех, мы окажем услугу нашим восточным товарищам. Лучше бы вы мне все оказали какие-то услуги. Димаева охраняют, убейте всех. Ой, они там по-русски разговаривают. Так, один прикончен. I
Это он и был, да? Его можно было пощадить. Ну ладно уже, чё? Ой, извините. Ты исполнил свое предназначение? Yes. Да. В таком случае ты стал гораздо ближе к тому, кого ты ищешь. Это странное чувство внутри, удовлетворение от того, что ты сделал что-то хорошее. Поздравляю. До свидания. Ну, вот так как-то. Да господи, ты боже мой. Ладно, теперь надо бы направиться. Не-не-не, вылез из машины. Направимся мы теперь Фрэнсису, наверное. Роман, братишка, мне очень нужно такси, ты его за мной не отправишь? Прости, братишка, свободных машин в данный момент нет. Перезвони попозже. Ну ничего, тут другое такси же есть. Господи, что-то с насморком у меня вообще беда полная. Офигенные таксисты вообще здесь. Все ломают, крушат. Ой. А ты кто такой вообще? Замечательно вообще. Какой-то мудак взял меня, сбил. Другой мудак подошел и убил кулаками. Ну, точнее, избил, не убил. Просто взял и избил. Вот это вот гениально просто. Я этого чувака найду и убью. Как-нибудь. За незаконное нападение. So we need to... It's gold. This is it. Thank you very much. Соберу себе команду какую-нибудь. Возьму, пацаны, скажу, пацаны, убейте его нафиг. Упырь. Holland Knights. Sure, Ma, sure. Да, мам, конечно. Я всегда был хорошим мальчиком, ты знаешь, да? Yes, да, я стану комиссаром. Мне плевать на паки. Слушай, нам надо... Я тебя тоже люблю, да. Рад тебя видеть. Еще бы. Забавно, что я вижу, ты очень похож на меня. Очки потерялся. А знаешь почему? Нет. Не знаешь, что нет ни добра, ни зла. Твою мать, не только оттенки серого. Чего ты еще скажешь? Ты меняешь ситуацию в лучшую сторону на 1%. Этого достаточно. Это наш долг. Тебе виднее. Да, мне виднее. Я хочу сделать так, чтобы все вокруг стало капельку лучше. Любыми способами. А ты чего хочешь-то? Я хочу, чтобы мне заплатили. Да, конечно. Тебе заплатят. В общем, слушай, мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Последний раз. Разумеется. Один дилер засел на многоэтажке в Восточной Голландии. Этот мерзавец толкает на коту, предлагает девок и все такое. Мне нужно с ним разобраться. Разве это не забота полиции? Безусловно. А луна сделана из сыра, тротуара птиц из золота. Вернись на землю. Что, прости? Я замазан по самое не хочу. Он сам смертный грех. Все, чтобы собрать доказательства, у меня уйдет год, может и больше. Доказательств могут пострадать хорошие люди. Вообще люди имеют право на ошибку. Но этот парень — конченая мразь. Сколько? О, сколько? Неплохие деньги.
Две штуки. Две? Ты, наверное, хотел сказать пять? Знаешь, если бы кто-то сказал мне, что вступивший на землю убийца, у которого гонорара больше, чем мозгов, я, пожалуй, бы с ним согласился. Ладно, договорились, отправляйся на Воксид, оттуда позвоним. Пять штук. У полицейских же нету, я без запросто украду вашу машину и все. Парк. Действительно, кстати, похож на тот парк, который был в фильме «Один дома два», где бандиты Кевина смогли поймать. Точнее, где они хотели убить его. Я снаружи здания, где он? Должно быть на втором этаже. Не спускай глаз с его ребят. Коней иначе работают на этого мерзавца. Ладно, без разницы. Эти здания все на один лад. Сбоку у каждого есть лестница, ведущая наверх. Постарайся уйти с первого этажа до того, как они... Да, ты. Помнишь, ты оказывал реальную помощь, избавляя его от этого мерзавца? Теперь Фрэнсис МакКрири уже общество, да? Ты начинаешь говорить, как твой дружок Мэнни. Бейте Кларенса. Так, надо приготовить оружие. Может, домой пойдешь, а? Чё это ты такое говоришь, понял? Так. Надо было броню взять. You should not have fucked with me. I'll rip your fucking heart out. Don't want to make me finish you off. А, там никого нет. Где же мои парни-то, а? А, вот, аптечка, это хорошо. Ого. Oh,
Don't get up! Выпал, упал с крыши, молодец. Ну это от взрыва, наверное. Только вот как теперь отсюда спуститься, мне интересно бы узнать. Где здесь выход-то? Не здесь? Нет, здесь заперто. Вот здесь где-то, по-моему, был выход. Блин, ну тут заблудишься вообще нафиг, а? А, вот. Идем на таран. Фу, наконец-то. Насчет Кланеса больше не переживай. Ты сделал доброе дело. Он был мерзавцем. К тому же, у него был слишком длинный язык. Он постоянно трепался в суде, пытаясь всех усмолить. Слава Господу. Ладно, теперь я предлагаю еще раз поработать на ОС-газету. Liberty. Он уже Liberty Paper. Воу, тихо. Аж знак отлетел с крыши. Это за будки какие-то, что ли, телефоны или чё? Таксофоны, в смысле. Дастов. Заходи. Ты опоздал, и, пожалуйста, поспокойней. Чего, прости? Я не выписывал тебе разрешение на твой предмет. Ты нам серьезно все усложняешь. Ты живешь с плохими людьми, совершаешь дурные поступки, принимаешь идиотские решения.
Ну так я идиот, и что с того? Меньше всего мне что нужно, чтобы тебя поймали. А что так? Боишься, что они предложат мне сделку, а признают вины? В одном только здании наберется сотню парней, которые пойдут под мое описание. Люди средних лет, с животиком в очках. Всех сюда приведешь. Сюда, в пустой офис, здание человека, который погиб в последние дни Вьетнамской войны. Попробуй позвонить мне. Моего номера никогда не существовало. То есть я думаю, что ты погибнешь в кабине пилота. Ты слишком хорош. Прости, мне нужно, чтобы ты оставался таким же хорошим. А ты начинаешь отвлекаться. Да-да-да, смешно. Очень смешно. Мне нужно кое-кого нейтрализовать. Этот парень переводит террористам большие деньги. Впрочем, какая разница-то? Неважно, этого парня надо убрать. Но сперва нужно узнать, кто тебе, что тебе поможет. Отправляйся в Ланцент на Албани-авеню и перезвони мне. Мне заплатят за это? Медаль дадут? На последней войне тебе медаль дали? Что получила Мишель? Ну, за меня. Мишель, Карен, мы ей вернули жизнь. Мы обошлись с ней не слишком жестко. Заплатили ей кое-какие деньги, она до сих пор работает на нас. Что насчет меня? Мы обсудим это немножко попозже. Найдите транспортер и отправляйтесь к площади цивилизации. Сейчас поедем туда, это далеко, нет? Не, это вообще недалеко. Хорошо, уже подъезжаешь, скоро увидишь вертолет, летающий с площади цивилизации. Нужно его захватить, поезжай за ним. Дождись, пока он не сядет на землю, пусть пассажиры выйдут. После этого залезай внутрь и лети в аэропорт. О. Обожаю сбивать мотоциклы и... Кумс. Не очень-то он высоко, конечно, подлетел сейчас, но... Фиг с ним. Надо на большой скорости сбивать. Вертолет улетает, проследите, куда он движется. Следуйте за вертолетом. О боже, ненавижу. Капслок, чтобы зафиксировать камеру на вертолете. Я думаю, что он далеко не улетит. Вертолет может вообще-то улететь куда угодно, не... А вот машины не могут как угодно двигаться. Сейчас возьмет и улетит в Вайс-Сити куда-нибудь. И что я делать буду потом? Вон он. Ой. Ой, там статуя свободы. Видно. Мы там побудем еще обязательно. На острове счастья, где статуя свободы находится. В самой последней серии GTA 4. Мы там точно побудем, по крайней мере. Там придется убить либо Джимми Пигарина, либо Дмитрия. В зависимости от того, какую я концовку выберу. Пока вот я не знаю, какую концовку выбрать. Но до этого еще надо добраться. До этого еще довольно далеко.
где же вертолет? Я что-то не вижу его. Дайте вертолету приземлиться, затем сядьте в него. Там много их. Надо побыстрее с ними расправиться, пока полицейские не добрались до меня. Ёб твою! Нога! Чё нога? Сейчас жизнь вся. Маверик. Я не летал на таких штуках своих. Да, я вообще, честно говоря, ненавижу управлять вертолетом. Это вообще неудобно. Фух, надо высоту набрать немного. Видите, город можно взглядеть даже. Алло. Я в стрип-клубе, братишка, как дела? Думаете, стоит подъехать сюда? Тебе наверняка понравится. Я не слышу тебя даже, Роман, я в вертолете. Тут по уши вляпался в дерьмо. По крайней мере, после того, как познакомил меня Мишель или с Карен, как там ее на самом деле зовут. Не понимаю, она как она правительственный спецагент или полицейский под прикрытием? Кто она? Черт, да не знаю я. Друзья меня взяли за яйца, так сказать. Я кое-кого взял за яйца, я тебе пришлю фотографию. Нет, даже смотреть на это не будем. У меня вообще на это нету времени. О, город на вертолете можно разглядеть. Но я очень не люблю садиться на вертолете. Это очень тяжело. А приземлиться нужно именно в указанном месте. Замедлим немного вертолет. Чуть-чуть прибавим скорости, чтобы приземлиться там, где надо. Так, приземляйся, приземляйся. Блин, она... Куда ж ты отъехал-то? Все, теперь давай, приземляйся, приземляйся, приземляйся. Стой, что ты делаешь? Стой, 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 ну что ты делаешь? Ну ё-моё, ну куда ж ты отлетаешь? Вообще, знаете что, а? Где управление? Управление вертолета мышью выключить. Это вообще неудобно. Блин, вот эту вот херню вращающуюся не задеть, а? Ой, а уже день. Пока мы тут собирались, уже день.
Ох, ну близко. Спасибо, мы его заберем. Ой, жесть какая. Люди, мои люди получили вертолет. Теперь они разберут все, что нужно. Он будет тебя ждать, если ему понадобится. Ладно, теперь надо отсюда уехать. Ну что ж, вот такая вот у нас сегодня получилась серия. Интересная, довольно сложная, но веселая, надеюсь. Ну что ж, всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вас лайкусы, подписусы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал, а также группу ВКонтакте. Всем пока!